Догоню! Еле дошла. Шулапана. Сейчас порубим эту корягу и домой. Маловато будет. Ничего, нам пока хватит. Мам, я сейчас. Куда, Емель? Что же вас, мужчин, все на подвиги тянет? Отец твой, теперь ты. Мам, а наш папа много подвигов совершил. Много, сынок, много. Больше, чем Тимирбек. А кто это? Батыр, который дракона победил и всех девушек спас. Бабушка рассказывает. Больше, сынок, больше. Значит, наш папа тоже герой. Конечно, самый настоящий. Здравствуй, Гюльхилу. Здравствуйте, здравствуйте. Гюльхилу Апай, не нам ли письмо от папы несете? Нет, Емель. Если придет, вы уж первым делом к нам приходите, ладно? Очень-очень хорошо. Мама, а почему Гюльхилу Апай такая грустная? Устала она, сынок. С утра до вечера на ногах. Емиль, вставай, детка, вставай. Тор. Вставай. Вставай, Соня. Емиль, вставай, вставай. Тор. Мама, вставай, сынок. Бабушка приехала. Я? Где? Сейчас зайдет, скорее умывайся, а я вещи занесу. Ханбике.
Кюнбека. Сухарей на свет побольше. Ну куда мне столько? Не тебе одной пригодится, не забывай. Бабушка, а ты надолго? Живу некоторое время. Бауырсак сделаешь? Бауырсак сделаю, оладушек напеку. А если у Марсии еще и мед остался, то и чак-чак там помогу. Оставь Кюнбека, я сама. Ты лучше собирайся. Времени немного осталось. Почему времени немного осталось? Емель, мне нужно уехать. По одному очень важному делу. Куда? В далекий город. А ты слушайся бабушку и во всем ей помогай. Мамочка, ты думаешь, я заплачу? Вот еще. Я не девчонка какая-нибудь. И вообще я уже взрослый. И за домом приближусь за бабушкой. Пора. Ничего не забыла? Теплые вещи, еда, кажется, ничего не забыла. Деньги хорошо спрятала, да. Доченька, будь осторожна. Смотри вперед, оглядывайся назад. Недаром говорят, в дальнем пути человека найдет 40 бед. Будьте живы-здоровы. Бабушка, а что такое 40 бед? Не знать бы тебе ни одной, сынок. Емель, помоги Ренят в дом перенести. Боюсь замерзнуть в сарае. Ночью мороз будет. Конечно, бабушка, перенесу. И белого, и черного. Бабушка, а сколько ты рукавиц связала? О, сынок, разве ж теперь сосчитаешь? Армия-то у нас вон какая большая. Мама скоро приедет. Смотри, бабушка, одной щепочки не хватило. Дай-ка Бог, чтобы так и случилось. Ну что ты наделал? Раз ягненок, два ягненок, черный, белый, белый, черный. Весело им вдвоем. А будь у тебя сестричка, любил бы ее? Очень бы любил. Вот прямо вот больше всего на свете. Бабушка, я на улице. Иди, иди, неугомон. Только далеко не уходить. Да мы тут рядом. Принес. Идем. Сахар. Два раза. Без меня не вздумай лизать. Ты за кого меня держишь? Да я вообще могу без сахара прожить. До старости. Так, братец Хайдаров. Погоди. Как говорит председатель Агай,
Самое главное – учет и контроль. Так. Сухари. 15 штук. Ты хозяева есть кто? Письмонос. Это письмо от отца. Спрячь. Я тут спускаюсь. Здравствуйте, Гюльхело Апай. От папы письмо. Здравствуй. Держи. Это же от папы, да? Емель. Кто приходил? Гюльхело Апай. Вот. От кого? Не знаю, бабушка. Вот беда. Как же нам это прочитать? Гюльхело Апай. Что тут написано? Зайдем к Мансуру. Он вроде человек грамотный. Почитай, пожалуйста. Сердце у меня не на месте. Читай уже, умоляю. Вот ежели по-арабски было написано, это я, пожалуй, прочитал бы, а тут по-русски. Так что ж ты говорил, что читать умеешь? Так и умею, но по-арабски. Я русские буквы помню. Вот моя старушка, молодец. Если кто-нибудь мне их будет называть, я сложу их в славу. А кто их называть-то будет? Емель, сынок, а ты своей рукой мой палец води, как буквы написаны. Верно. Ну-ка, Емель. П. Р. И. Е. Д. У. Параедау. Параедау. Он готов не меня ловить. Не знаю. Я знаю, что надо делать. Я сбегаю в школу, там все умеют читать. Эй, кендек, тухта! Эй, попу! Беретла! Сюда иди. Забыл, что по нашей улице без разрешения ходить нельзя. Он язык проглотил. Язык проглотил. Я тебя спрашиваю, зачем по нашей улице ходишь? В школу иду. В школу? Слыхали, парни, в школу он идет. Тебе сколько лет, пупок? 6,5. А в 6 лет в школу не берут. Даже с половиной. Ну-ка, говори, что здесь вынюхиваешь. Мне в школу надо. Ладно, будет тебе школа. Урок первый. Ну-ка, парни, подсобите. Урок второй. Захочешь третий урок выучить, приходи. Айда, парни.
Ранен ты! Эй! Эй! Ранен ты! Эйде! Видно! Эй, боец! Не рановато пугалом работать. Весна еще не началась. Кто тебя так? Никто. Сам. Ну, сам так сам. Тебя снять или повисишь еще? Лучше бы уж снять, конечно. Ладно, коли так. Я купаю. А вы читать умеете? А как же? Руссалама. И по-русски? Конечно. Руссалама я купаю. И по-русски могу. Прочитайте, пожалуйста. Это, наверное, от мамы моей. Она в далекий город уехала, давно уже. А так ты верно, Емель. Карима сын. 16-го приеду, вышите лошадь на станцию. Асейн, 16-го кайтам тиген. Станция от тебя разыграла. Мама приезжает. А 16-го это когда? Так завтра. Рахмет, спасибо, Якубагай. Большущее спасибо. А ты за лошадь не беспокойся. Пошлем за мамкой твоей. Емиль? О, Господи, никак не привыкну к вашим ставням. Что ж ты не спишь-то, сынок? А вдруг мама приедет? Ну что ты, сынок? Поезд утром на станцию приходит. Ложись уже. Бабулечка, расскажи сказку про Тимирбек. В давние-давние времена жил-был батыр Тимирбек. Однажды на их страну напал дракон, у которого было тело змеи, и 12 человеческих голов. Дракон этот привел с собою несметное войско. Тимирбек с другими джигитами шел защищать свою землю. А дома у Тимирбека осталась сестрица Гульнур с лицом как луна, с глазами как звезд. Однажды Гульнур с подругами пришла на озеро за водой. Вдруг налетела буря, и девушки попрятались в камышах. А когда все утихло, увидели девушки, что Гульнур пропала. Приехали. Ура! Где же этот валенок? Вот там мама моя. Мама вернулась. Мамочка моя. Емиль, родной мой. Ой, балам. Глупенький.
Родной мой, тоже ты босиком на мороз выскочил. Вот, Емель, я привезла тебе сестру. Мне? Сестру? Правда-правда? Правда-правда. Оксана, это Емель. Я рассказывала, Оксана. Ула. Сынок, это Оксана. Это Оксана. Сестренка. Моя сестренка? Оксана? Красивое имя. Ни у кого такого нет. Ашыкма, балам, ашыкма. Не спеши, сынок. Оксана пока стесняется. Ей надо привыкнуть. Ашыкма. Не спеши. Оксана, олега, я тяна. Садись. Садись. А почему Оксана молчит? Пусть скажет мне что-нибудь. Пусть скажет, брат. Емель. Оксана, там, откуда приехала Оксана, не говорят по-башкирски. Она научится. Вот ты какая, моя сестренка. Оксана. Не бойся, не бойся. Хочешь еще? Хочешь? На, кушай. Как мне столько каши помещается? Ты что же свою отдал? Мне не жалко, мама. Пусть ест. Изголодалась, бедняжка. В детдоме, говорят, жизнь совсем не сахар. Кто там так грохочет? Если 6-летний приезжает с дороги, 60-летний должен прийти повидаться с ним. Так учили нас старики. Здравствуй, сестра. Мансурагай, как же ты один-то такую тяжесть дотащил? А я не один, сестра, у меня все-таки жена имеется, а мы вдвоем-то еще ого-го. А то. Оксана. Это Оксана. А волосы мягкие, как шелк. И белый-белый, как лен. Красивое дитя. Пусть будет здорово и счастливо. Сестра, куда ставить будем? А вот рядом с Емельевой и поставим. Говорила я тебе, Мансур, проверь, прежде чем дарить. Это ничего, мать, сейчас поправим. Емель, сынок, у меня в чулане ящик с инструментами стоит. Понял, Мансур баба, я мигом. Спасибо, сынок, спасибо. Тут шуруп надо. А я говорю, на шип сажать. А клей где взять? У тебя есть? А шуруп у тебя есть, умник? Хандехов джигиты разгалделись, как бабки на базаре. Аллах бабай, чем солнце на небо прикрепил? И чем же? Гвоздем золотым. А мы люди простые. Так что нам и гвозди положены простые. Емель, сынок, подай-ка гвоздь. Ладно, я сам.
Емель, принеси-ка дров. Правление колхоза выделило тебе, Хиня, товарищ Хайдарова, дополнительный паёк, пуд муки. Бир пуд ун. Рахмет, Якуб агай, спасибо. Бына хилишка ул халкының күдә асылды, рахмет. Халкының күдәр асылды, Аллах ашыға. Қарал Мұхаммед ғали, менің тегі тау башындағы біз әнің кәртеленгенде мала жалтын бітір бар. Аша отырын, аша отырын. Кедің сәйгі күптім әлі. Аша отырын, аша отырын. Аша отырын. Сестренку привезла. Бына ничего себе. Бына маленькую. Минин как я. Это что же? Она по дороге так выросла. Ухтайнды. Да нет же, она в далеком городе жила. Курген. Хочешь посмотреть? Булмаш, не могу брать. Мама шерсть мотает, а я держу. Марат. Марат. Куда пропал каптанды? Паршивец? А ну бегом домой. Ну все, пока. Как-нибудь зайду. Рахман. Не бойся, это же я. Витмин. Кара. Смотри. Емель. Я Емель. А ты? Оксана. Оксана. Эйт. Поняла? Мин. Скажи, Оксана. Я Оксана. Скажи. Эйт. Я. Мин. Ты. Хин. Эй. Дом. Балбезинг. Это наш дом. 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 Эстел. Стол. Ну, скажи хоть что-нибудь. Оксана. Оксана. Тель. Язык. Болтель. Это язык. Покажи свой. У тебя есть язык? Что же мне с тобой делать, сестренка? Может, тебя покормить надо? А мам будешь? Хорошо, а мам будешь? Конечно, буду. Марат. Марат, вот моя сестренка. Здравствуй, Оксана. Я Марат, друг Емеля. А чего она молчит? Она еще не умеет по-нашему говорить, но я ее учу. Понятно. А давай на улицу пойдем. Оксана, там все наши собрались. Оксана с девчонками познакомим, у них куклы есть. Куклы. Курса, понимаешь, автор. Куклы. Красивые. Кукла. Курмоула. Да не ори так, Кутан пугаешь. Бит. Анна, ты помотаешь ханю? Извини, я думал, что она так поймет. Нема. Ну как, идем? Иттык мы? Мы пока дома посидим. Оксана еще не привыкла. Оксана ятхана. Я ралага. Ну, раз так, я пойду. Мин киттэм.
Ал, Александр. Оксана, бери. Это все тебе. Булар барғала гиня. Бери. Уйнай да. Играй. Булар бытағала гиня. Это теперь твое. Играй. Тлейн, а хочешь, я тебе свой ножик подарю. Хочешь? Она не вот какой острый. Зачем ты туда залезла, Оксана? Немцы. Там немцы. Немцы? Не могу. Это что такое? Немец, а, немцы. Да откуда здесь немцы, сестричка? Пусть только попробуют сунуться. Я их всех на кусочки. Дурак лаем. Выходи, не бойся. Не бойся. Хайдары, как нести к кугасным кайдарам? Емель. Емель. Хайда, где Оксана? Оксана, сынок? Улом. Аслана, что вы наливала? Югаси, Аслана, нет, мамочка, не поссорились. Она под лавку залезла. Ставни хлопнули, а она почему-то испугалась. Яла. Оксана. 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 Иди сюда. Громкие звуки и выстрелы напоминают. Ведь наш папа Оксану на войне нашел. А почему папа письма не пишет? Раньше часто писал, а теперь ни одного с начала зимы. Сынок, на фронте не всегда время есть письма писать, а может, почта не успевает. Помнишь, как Гульхилу нам сразу 4 письма принесла? Пусть бы снова 4 письма принесла, а лучше 5. Айдак, Даша Валая, кушать будем, ужинать. Марат, а я уж думал, ты про меня забыл. Занят был. Гляди, что нашел в папином сундуке. Ого, вот это да, настоящие. Шутишь? Еще какие? Да не размахивай ты так. А если Оксана твоя увидит? Да она дома сидит, носа не показывает. Все равно, давай уже скорее спрячем в тайник. Она наш сахар ест. Ах ты, а ну отдай. Дай. Держи ее, не пускай на лестницу. Пис. Оксана, иди сюда. Курхма, не бойся. Тухта, стой. Котомку спрятал, спрятал. Ловкая у тебя сестренка. Ты лучше скажи, что теперь делать будем. Твоя сестра наши припасы разорила, ты и скажи, что теперь я виноват. Там поезд с пленными фашистами стоит. Побежали.
Оксана. Ну и сиди ты со своей Оксаной. Давай, 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 быстро. Быстро, Югрдык. Бежим. Да пленный там пленных немцев привезли. Нет. Оксана, Оксана, сестричка, скучно же дома сидеть. Пожалуйста, я миленькая, идем, а? Не, мистер, пленный немцы, дар. Пленные, сын, настоящие. Понимаешь? Я индер. Пожалуйста. Я ну лайна. И ладно. Раз такая вредная. Сиди дома. Поняла. Емель пошел. Оксана дома. Одна. Емель ушел. Это чтобы тепло не уходило. Понимаешь? Тепло. Тепло. Не передумала? Пойдешь? Тогда сиди дома и никуда не ходи. Поняла? Понятно? Совсем они не страшные. Юрай кланала. Акасалар. Ахсалар немега. Там лилер ахара буткалара. Вкусная небось каша. Пошли. Ам-ам! Кинда! Кинда, кам хе! Кача, хорошо! Тугуналар! Жрет, да еще улыбается. Илмайган булалар! Будет тебе хорошо, фашист! Най, най, них бинкайн, фашист, най! Ребята, бей гадов! За моего отца! Смерть фашистам! За папу! Хватит, стой, не надо. Сдохните. Хватит, стой, не надо. Не надо, стой. Хватит, не надо. Оставить стрелять буду, оставить! Оставить стрелять буду! Мансур, ты слышал? А? Кумбике во дворе что-то разбилось. Горит что-то. Сходи-ка. Кумбике на работе, дети одни дома. Ох, детки.
Видал, как я ему по башке попал. Так и хрустнуло. Нашел чем хвастаться. Эй, ты что, фашиста пожалел? Вот еще. Просто они же пленные. И никого уже не убьют. Не убьют? А теперь, значит, они не фашисты? А может, этот самый моего отца убил? Тебе это хорошо. У тебя отец живой. Письма он пишет. Сестренку тебе раздобыл. Марат, тухта! Стой! Емель, мальчишка. Мальчишка где? Емель ушел. Ушел. О, Господи, Оксана, Мансур-баба, где Емель? Емель, дочка, не волнуйся, не было Емеля дома. Оксана говорит, ушел Емель. Ничего не болит? Испугалась. Вот понимаешь, какой хандыхох. Вьюшку закрыли, а дрова не прогорели, вот и задымило весь дом. Чуть наша Оксана не того. Я так испугалась. Еще немного и на том свете очутилась бы. Все обошлось. Слава Богу. Мама, что случилось? Мамочка, я не хотела. Идем к нам. Мамочка, прости, я мамочка. Чаю попьем, а там и дом проветрится. Емиль, ты где? Жалко, что Емиль куда-то спрятался. От папы письмо пришло. Думала, вместе почитаем. Я здесь, мамочка, здесь. Дорогой мой сын Емиль, пока я бью фашиста, ты главный и единственный мужчина в доме. Защищай и береги маму и бабушку, и Оксану. Знаю, что слово твое крепкое и верное, как у настоящего батыра. С красноармейским приветом, Хайдаров Карим. Мама, можно я возьму его себе? Конечно, сынок. Мамочка, прости меня, я больше никогда не оставлю Оксану одну дома. Оксана, смотри, это девочки. Девочки, повтори. Девочки, я мальчик, а ты девочка. Я мальчик, ты девочка. Да нет же, наоборот. Девочка, ты, мальчик, я. Девочка, ты, мальчик, я. Наоборот.
Там такое. Да говори уже. Там с поезда фашист убежал. Стой, Марат, стой. Ничего. Давай его сами поймаем. Кого? Фашиста. Я знаю, где его искать. За старым лесом что? Пещера. Он там спрячется. Верно тебе говорю. А мы с Оксаной пойдем в лес и поймаем фрица. Нам потом медали дадут, а тебе шиш без масла. Да, Оксана? А как мы его ловить-то будем? Как? Хандехок, скажем, как в кино. У меня и ножик есть. Есть охота. Мне тоже. Терпи. Ну и где этот немец? Куда мы идем? Ну все, мы потерялись. Нет тут никакого немца. Хватит ныть. Там тоже ныть будешь. Так кто другой? Совсем другой. Ну иди. Кто тебя держит? Куда теперь? Ищи следы. Вот это да. Ты мне, конечно, друг, только я туда не пойду. Ты фашист, сдавайся, хендехох. Фу, Байкал! Ну, гораздо уже выбегать. Разве вы не немцы ищете? Да вас ищем, вас, а немца мы еще утром нашли. Ну, пошли домой. Вырос. Ох, и попадет сейчас кому-то. Марат, а ну стой, паршивец, стой. Принимайте. Слава Богу, нашлись. Мама, прости, я больше не буду. А вот тебе, всем аулом тебя искали. Аллаха шукр. Слава Богу, все хорошо. Все хорошо, мамочка. Мы за деревню ходили, немного заблудились. А милиционер Агай нас нашел. Вот тебе, все деревни тебя искали. Председатель коня своего загнал, по всей округе вас выискивал. Оксана, идем. Ярай, вы бы присматривали за ним. Викшук малай. Больно шустрый мальчик. Идемте чаю попьем. Шалайшу, а то с утра крошки во что не было. Коромисло гнеться, а за неї ванко, як барвінок в'ється.
Галю моя, Галю, дай воды напиться. Ти тока хороша, дай хоч подивиться. Дядьку, у мене мамку вбили, німці хату зламали, батько на війні, його теж вбили, і корову нашу викрали, і зірку нашу. Зовсім я одна залишилась на світі. Мама. Доброе утро, Эмиль. Доброе. Ты же по-нашему говоришь. Я слушал. Я училась. Скажи еще что-нибудь. Мама. Бабушка. Брат. Как красиво ты говоришь. Еще. Я хочу на улицу играть. Ура, ура! Оксана говорит, ура! Ну-ка, повторяй. Зима ушла, весна пришла, утки и гуси прилетели. Это мой клад. Все это будет твоим, если ты поклянешься хранить тайну. Что такое тайна? Это то, чего никому нельзя говорить никогда. Нет, ты поклянись. Скажи, клянусь, никому не говорить. А если скажу, пусть меня молния ударит прямо в лоб. Клянусь, никому не говорить. А если скажу, молния пусть ударит. Прямо в лоб. Прямо в лоб. Мы с Маратом на войну уходим. На фронт? На войну. Мы с Маратом поклялись пойти на фронт и помочь моему отцу. Разобьем фашистов и вместе домой вернемся. Нельзя на войну. Плохо. Не надо фронтка. Умирают все. Не надо сокровищ. Не ходи на войну.
Молодец. Молодец, не опоздал. Пошли, времени мало. Нам ехать, как думаешь? Еще будет важно. Неделю, не меньше. Лишь бы еды хватило. Потерпишь. На фронт приедем, нас там накормят. Солдат положено кормить. Да чего француз махал? Он в Москву пожаловал. Мы его потом прижали, чисто поле побежал. Любезники, любезат, молодец, молодец. Молодец, молодец, эй! Марат, иди сюда. Какой целью попали на военный состав? Куда ехали? На войну. Ах, на войну! Так ведь война в другой стороне. А вы в Сибирь ехали, голубчики мои. Может, вы воришки? Или беспризорники, а? Или, может, шпионы? Фамилия и адрес скажем? Ну, ладно. Отправлю вас в спецприемник, там уж посмотрят, куда вас девать. А куда вас? В детдом. Поняли? Байборин! Байборин, отведи этих орлов. Кутузка, гамма. В Кутузку. В Кутузку. Дети же, ленинскую комнату. Есть. Киттек. Пойдем. Товарищ Петрова, Юнусов на связи. Скажи-ка, в сводках там не попадали сведения из районов насчет мальчишек беглых? Ага. Ты уж там посмотри. Как что, так сразу докладывай. Мы не поедем в детдом и домой не поедем. Раз решили на фронт, значит на фронт. Да как же. А вот так. Марат, дамит. Бесполезно. Нас все равно поймают. Милиция только утром за нами придет. За ночь мы уже далеко уедем. Марат, тащи стул.
На тот. Держи. Все, считай, мы уже на свободе. Все, я пролез. И так не идет. Надо по-другому. Голова не пролазит. Марат, Минетар. Я застрял. Марат, тащи меня. Тагама. Еще? Больно, да? Дергай уже изо всех сил. Хватит, хрустнуло что-то. И что делать? Не знаю. Давай немного отдохнем. Емель, ты живой? Не знаю. Зови дяденьку милиционера. Я больше не могу так стоять. Эй, милиционер Агай! Итас Байбурин, скот Харагай! Емиль! 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 Издатель! Я не хотела, чтобы ты увидел войну. У меня была еще одна мама. Только где-то далеко-далеко. Очень далеко. Она была тоже очень хорошая. А ее фашист убил. Вот что такое война. Когда станете взрослыми, у вас будут свои дети. Вы им скажете: эти высокие яблони, ребята, мы сажали в год победы над фашистами. Это яблони победы. А почему мы 5 посадили? Одно дерево твое, второе Оксанина, третье для меня. Да, четвертое папина, а пятое? Ямиль? Сынок, узнай, что там стряслось. Война кончилась, все. Война кончилась. Все, война кончилась. Я же говорил. Гульхылу Апай, что случилось? Война кончилась, все. Марат, война кончилась. Марат, война кончилась. Мама, война кончилась. Война кончилась, все. Похоронок больше не будет. Война кончилась. Володя, с победой, с праздником! Иди, Емель, пока. Айран, баян, баллар, баллар. Айран, баян. Ой,
Мама, почему ты плачешь? Ведь победа же. Сынок, это я от радости. Разве от радости плачут? Папа, наверное, очень скоро вернется, да? Не завтра. Я узнаю, как война далеко. Но через 5 дней вернется? Тюмбике, идем к нам скорее. Я думал, что День Победы будет какой-то особенный. Прямо очень-очень особенный. А вокруг ничего не изменилось. Марат, Марат, сынок, иди сюда. Больше не будут стрелять, бомбить. Идите, принесите скамейки из школы. Страшно не будет. Ну, за победу. За победу. Председатель Агай сказал скамейки из школы тащить. Пошли. Рушан, ты что, не слышал? Война кончилась. Айда праздновать. А ты что, радуешься, пупок? Как же не радоваться, если фашисты победили? А это вернет мне отца. А Марату? Или твоего? Мой отец скоро вернется. Не вернется. Никогда не вернется. Твоего отца убили. Да ну тебя. А ты спроси у мамки своей. Спроси. А я слышал, она с подружками говорила, что Карим Агая убили. Когда он вашу Оксану спасал. Оксана гызды коткарган сақта өлдіргендер. Мама, скажи, что это неправда. Скажи, что Рушан врет. Ведь отец писал мне письма. Он же писал мне письма. Скажи, мама. Убить меня хотел. Эй, эй. Емель, ула, тупа, вала. Емель, сынок, стой. Емель, сынок. Гафует меня, балам. Емель, сынок. Гафует меня, гафует. Прости меня. Это я с зимой папины письма писала. Не было у меня сил сказать тебе правду. Мама, пусть Оксана обратно в детдом едет. Ты спрашивал, батыр ли наш отец? Только настоящий батыр может отдать свою жизнь, чтобы спасти другую. Только сестрой я ее больше звать не стану. Пусть будет просто Оксана.
Карима болып кетті балам. Что у вас стряслось, дочка? Емель узнал про Карима. Ой, Аллах. О, Господи. Целыми днями на крыше сидит, только ночевать спускается. Йокларға ғына түші әсей. Балақайымды. Бедный мой. Емель, сынок. Где ж ты пропадал? А я вам гостинцев привезла. Детки мои, хочу вам одну сказку рассказать. В большом городе Ленинграде жили-были мама с двумя детьми. Мальчиком и девочкой. Они были умными и добрыми, прямо как вы, Емель и Оксана. Когда им исполнилось 7 лет, мама подарила им красные башмачки с кисточками. Детки берегли их и мечтали о том, как осенью пойдут в них в школу. Но началась война, враг стал бомбить город, много людей погибло. И пришлось этой семье уехать далеко-далеко. Поселились они в одном доме, одной бабушке. Так ты про своих жильцов рассказываешь, Галя Апай, Сашка и Оля. Знаю я их. Какая же это сказка? Не спеши, Емель. Так вот. Красная армия прогнала врага. Освободила город Ленинград. Вернулись мама с детками домой. А дома-то их и нет. Бомба в него попала. Жалко. Начали они разбирать обломки. А там башмачки их и нашлись. Целые и невредимые. Значит, все-таки они в школу в башмачках пошли? Нет, сынок. Малы они им стали. Выросли дети. И кто теперь в школу в этих башмачках пойдет? Емель менен Оксана. Бына шулай бала кайдарын. Вот так вот, детки. И горе бывает, у кого в руку с радостью ходит. Кажется, у людей новые башмаки завелись. Башмактары бар икен. Новый, да. А мне не завидно, ни капельки. Я сапоги больше люблю. Вот это настоящий обувь для чугита. Народ, айда на речку плот строить. Я с вами. А вы, наверное, не пойдете. Чего это? Башмаки свои испачкать побоитесь. Нашел чем пугать. Здравствуйте, люди с нижней улицы. Здравствуйте, люди с верхней улицы. Негоже такому кораблю без капитана. Башмак, Оксан, твой башмак. Беги, беги! Он же плавать не умеет.
нажмай. Взять, Жучка, взять. Тот нажмай, тот. Хоп. Мне, мне. На, держи. Отдай. Опа. Смотрите, кукурузник. Ты куда, в Уфу летишь? Не трогай его. Капут мне. Ну все, пупок, капут тебе. Ухо откусила. Парни, ну-ка зададим мелюзге. Фу, пошла прочь. Сёма. Сёма, як ты тут опинився? Эй, хлопцы! По-русски говорить кто-нибудь? Айдаровы в этой деревне живут. Батько. Батько. Соня. Батько, ти пережив. Сонечко. Сонечко. Дитино моє, Сонечко. Я знайшов тебе, моя рідна. Ох, яка ти стала. Я би не впізнав тебе. Моє серце, моє хороше. Писна ж молодиця. Він перший тебе згадав. Вона мене перша впізнала! Чуєте? Перша. А я вернувся. Села нашого, вважаю, нема, а хата стоїть розломана. Я як побачив це все. Став просто ні рукою, ні ногою пошевелити не можу. Петро вернулся в свою деревню и увидел, что дом его разбит. Но я вошел. На печи что-то нашкрябано, а в очах туман, я не бачу ни черта, одне только слово разобрав. Дочь. А коли вже зрозумів, що там написано, прямо там сів, як баришня, господи помогу. Это Карим. Карим мой написал. Да, я... Карим Ядган Шилайд. Я вот здесь переписал, чтобы не забыть. Вот. Ваша дочь жива. Башкирская ССР, село Сайраново, Айдарова, Кибите. Карагина, да? Спасибо вам, люди добрые. За то, что Ксанку мою приняли, обогрели, накормили. Спасибо вам большое. А вам, Кендыке, я все життя буду завдячувати. И мужа вашего всю жизнь буду помнить. И Ксанке передам, внукам, правнукам до седьмого колена, чтоб пам'ятали, кому вони життям обязаны. Дякую вам. Дякую. 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 Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Емиль.
Я бы хотела, чтобы мой батюшка стал тебе как отец. Будет с тобой как брат и сестра, да? Бери с собой. Как откроешь, сразу про меня вспомнишь. И ты про меня вспоминай. Я не хочу. Не хочу уезжать. Не плачь. Когда Петрогай заново построит ваш дом, ты приедешь, мне телеграмму дашь. Мы с мамой и бабушкой сядем в поезд и поедем к вам. Я маму вижу. Где? Она. Это она. Мама. Вещи уложены. Можно ехать. Юл алдынан ултырывала як. Присядем на дорожку. Вакыт. Пора. Дякую вам за все. Дякую вам. До свидания, дочка. Оксана, не забывай нас. Приезжайте в гости. Приедем. Ну все, будем прощаться. До побачення. До свидания, прощайте. Спасибо. Прощай, Оксана. Будьте здоровы! Thank you.
Стой, стой. Подождите, Оксана, стойте. Оксана. Оксана. Богиня Сулук была. Нет, сам в лесу соберу. Рахмет. Спасибо. Оксана. Прощай, Оксана. Будь здорова. Не сердись за башмачки. Не сержусь. Папа, отдай, папа. Отдай, отдай. Отдай. Папа. Отдай. Папа, это же мой папа. Мой папа. Он живой, папочка, родной. Ты вернулся, я знал. Живой. Я верил, что ты живой. Так, долгая история. Петро, батька Оксана. Спасибо тебе, родной, этому человеку. Тимбеке, знаете, що вас тепер єдим в Україні. Ей, малий, Яміль, головне, будь здоровий, добре? Оксана, я тебе люблю. І я тебе люблю, доченька. Яміль, Оксана. Опоздаем, 10 минут до поезда осталось. Середній час, час. Не плачь, сестренка, мы ведь скоро увидимся. И будем всю жизнь друг к другу в гости ездить. Як народиться в мене син? Я зову Каримов. Добре, Петро, добре. А якщо ні, тоді вже сам Касо, ти слышиш? Прощайте, родные! Вот и улетела птичка моя перелетная. Радость нашего дома улетела. Как же улетела? Она теперь всегда будет с нами. Thank you.